Первая в регионе и уникальная в своем роде. В Иванове открылась мини-библиотека, в которой особенные сотрудники. Ребята из организации молодых инвалидов «Грани». Они выдают книги волонтерам и всем желающим. Книги разные, но очень интересные. Я показываю книги. Вот сказки. Тут «Кровидение». Вот тут «Православные». Тут «Взрослые». Вот словари. Я говорю, выдаю книги, первочитательские билеты. Встретить можно книги для детей и взрослых, в основном художественные, но есть и научные издания. А есть полка специализированная, ее называют «Другой фонд». Все книги на ней написаны об особенных людях. При комплектовании фонда помогли в том числе средства президентского гранта. Ну что значит «Другой фонд»? Это книги об особенных людях, об особенных детях, которые, наверное, помогут нам и понять их, и как-то с ними правильно общаться. Работа в библиотеке – это новая форма дневной сопровождаемой занятости молодых людей с инвалидностью. Задач у них много. Сами изготавливают кармашки для книжных формуляров, например. Я купляю трафарет, навожу карандашом и передаю всем ребятам. Они вылезают и скрывают, и получаются такие кармашки. На них, к слову, уже и желающие городские библиотеки отозвались и отметили, что хотят такие получить. «Грани» с радостью согласились. В программе дневной занятости задействовано 8 ребят. Еще 30 вовлечены в окололитературные проекты. Театр книжной миниатюры и работу инклюзивной полиграфической группы. Учатся вести документацию, читательские билеты, журнал учета движения книг. А самое главное, они учатся общаться с посетителями. Это способствует социализации и более уверенному отношению в обществе. Разумеется, библиотека будет расти, особенный фонд станет мобильным. С ним «Грани» будут ездить в гости в разные районы и города. Книги в мини-библиотеке выдаются на месяц с отметкой в читательский билет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.